В Екатеринбурге продолжают бороться с последствиями стихии. Только за минувшую ночь с городских улиц вывезли почти 10 тысяч тонн снега. Коммунальщикам, правда, по-прежнему мешают припаркованные вдоль дорог автомобили. Несмотря на просьбы, водители не спешат помогать уборке. Чтобы как можно быстрее навести порядок в городе, на улице вывели всю технику. Это больше 500 единиц самосвалов, грейдеров, снегопогрузчиков и 630 рабочих. Коммунальщики прометают тротуары и проезжую часть и продолжают вывозить снег. Опасные участки посыпают реагентом, чтобы убрать с дорог ледяную корку. Все это помогло избежать транспортного коллапса в городе. Чего не скажешь о загородных трассах. Там за сутки случилось несколько сотен аварий. Одна из них, где столкнулись десятки машин, парализовало движение на Тюменском тракте. Водители, не справившись с управлением, вылетали с дороги и оказывались в кюветах.